Химках завершился фестиваль искусств «Весенний ветер». Конкурс проводят раз в 2 года. Он соревнуется в нескольких жанрах. Эстрадный и академический вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнение, изобразительное искусство. С каждым годом участников все больше. Сегодня в музейном комплексе «Артишок» наградили победителей и лауреатов фестиваля. В конкурсе приняло участие в итоге около 5000 человек. Самому маленькому участнику это 3 года. Самые маленькие сегодня будут они награждаться дипломами за дебют. И самому взрослому участнику, это участнику эстрадного вокала, 73 года. То есть каждый житель городского округа Химки мог абсолютно бесплатно подать заявку и принять участие в любом фестивале. В этом году фестиваль особенный. Его посвятили 80-летию Химок. Обладатели гран-при конкурса выступят на главных концертных площадках в День города.